Приветствую вас, анонимом. Ни в коем случае не хочу сказать, что не имеет смысла то, что вы напишете дальше. Смысл, безусловно, имеет, небольшой. Но по опыту я могу сказать, что проблема в целом не видна уже. На том, что первый у вас серьезное отношение, то есть вы, ну, вы воспринимаете отношения таким образом. То есть вы воспринимаете отношения как серьезные и это здорово мешает вообще. Я бы сказал, что это нормально, что мешает, потому что если к отношениям относиться как к чему-то серьезному, если сами отношения выделять ну, во что-то отдельное, да, то их сложно строить. Потому как есть определенная зависимость ваших желаний от того, насколько будут успешны отношения. Так что здесь работа как бы с потребностной сферой необходима для того, чтобы понять, почему и как отношения можно назвать серьезными. То есть это некая такая стереотипичность восприятия отношений. Какие отношения достойны для вас, чтобы называть их серьезными, а какие нет. Понимаешь, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Следующий момент, это такой, что, как вы говорите, между вами было не все гладко. И это тоже достаточно важный момент. Что именно между вами было не гладко, из-за чего вы ссорились, например, и так далее. Вы пишете, что 3 года назад начали встречаться с парнем. Почему не поженились? Если проблемы начали сейчас, это кризис 3 лет. Кризис 3 лет заключается в том, что страсть, влюбленность проходит, и если появилась любовь, появилось уважение, люди остаются вместе, если его нет, люди расстаются. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.